Я приглашаю в студию первую тройку игроков. Первая тройка в студию! Итак, за барабаном «Поле чудес» в первой тройке. Наталья Александровна Шкитина, город Тамбов. Сергей Георгиевич Владимир, город Рыбница. Нина Митрофановна Владыкина, Воронежская область, поселок Комсомольский. Сергей Георгиевич, традиция. Спасибо, спасибо. Чем занимается такой представительный мужчина в городе Рыбница? Я пою. Пою и пою, всю жизнь пою. И играю в футбол. Кто может поверить, что вы поете? А я могу доказать. Правда? Только для тебя. Ну-ну, эти аплодисменты вполне заслужены. Спасибо. А вы что заканчивали? Заканчивал Академию музыки в консерватории в городе Кишинев. Ах! Я хотел бы подарить вам волшебный напиток. Не надо сдерживать порывы, идущие от сердца. Есть! У нас есть такая традиция, ей 32 года, не порушьте. Все вкусное, что вы рожь, продаем детям. Супер! 1000 очков на барабане. Буква А. Откройте! Я хотел бы, если можно, передать привет. Конечно, давай. Но хотел бы начать с того, что, если можно, чтобы вы передали привет моей маме, Ларисе Ивановне, от вас. Лариса Ивановна, от всего Первого канала, вообще от всех, кто сидит в этой студии, привет вам и поздравляю вас с замечательным вашим сыном. Все, она плачет сейчас прям. Спасибо вам большое. Я хочу также передать привет... всем, кто меня знает в России, кто знает меня в Приднестровье, особенно пламенный привет Рыбнице, всем жителям Рыбницы и своему прекрасному коллективу. Это дворец культуры, это вообще вся культура Рыбницы, Рыбницкого района. И родное село Хрустовая. Привет. Я вас люблю. Сектор «Ключ» на барабане. Можете отказаться. Это 1500 очков сразу. Я могу попробовать. Вперед. Ключи в студию. А я думал, их два. Знаешь что? Возьми два. Такого у нас еще не было. А три у вас вообще, наверное, никогда не было. Уйди оттуда! Возьми два ключа. Один и второй. Ну? Да. Ну что, да, другой попробуй. Нет. Паш, покажите, каким ключом открывалась дверца. Ну, рядом, небось, лежал. Никогда это не кончится. А, так это третий ключ. Я вот... Ага. Спасибо. Да. Ну, Сергей Георгиевич, будьте любезны, напомните задание, пожалуйста. А, как называли вилы, которыми разбрасывали в поле удобрения, что-то вот... Ну, навоз, вот. Но это не важно. Да, ну, да. У меня к вам есть предложение. Ну-ка, возьмите вилы в руки. Ну, не совсем так. Ну, попробуйте вот то, что вы сказали, делать. Ну-ну-ну. О, ну еще раз. Да, я пошибче. Это вы сейчас чего делаете? Разбрасываю... 750 очков, буква... М. Гениальные ребята. Потрясающе. Задание помните? Да, они уже сказали, что повторять второй раз. У вас есть три результативных хода. И через три хода вы обязаны будете сказать мне это слово. Ой, одна буква! Одна! 350 очков. Ну, буква. Б. Откройте. Одна буква, она ошиблась в одной букве. Внимательно посмотрите. Но если это не разгребалка, то что это? 850 очков. Ну! К пока.
откройте букву «К». Это понятно. И теперь у вас есть одна возможность назвать слово целиком. Смотрите на табло. Разгребашка. Вы приняли решение? Разгребашка. И перед нами первый финалист. Капитан шоу «Поле чудес». От нашей программы, от Первого канала, телекомпании «Поле ТВ» подарки первой тройки игроков в студию. Я очень рад и спасибо всем, кто за меня болеет и будет держать кулачки и дальше в финале. И в нашем эфире капитан шоу «Поле чудес» финал. Прошу. Вот задание на финальный тур. Как раньше на севере Руси, матушки, называли ручной деревянный станок для молотьбы льна? 450 очков. Буква «А». Откройте! А как молотят? Ну, примерно, что делается? Туда попадает зерно, и его молотят. Понял. 850 очков. Буква «М». Да, прошу вас. На... Может быть, вы знаете, как молотят? Зрители. Зрители смущают. 600 очков, буква... Буква «Б». Откройте! Ну, давайте я попробую слово. Отбивала. И перед нами победитель!